Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем наше доброе утро, и сейчас у меня в студии гости. Не так давно прошел Всемирный день здоровья, в рамках которого прошли соревнования по армрестлингу. И сегодня у меня в гостях Бастанов Шамиль Нурмагомедович, кандидат в мастера спорта по армрестлингу, и его тренер Эркенов Бородин Мурадинович, тренер по армрестлингу и пауэрлифтингу, мастер спорта по жиму лежа. Доброе утро. Доброе утро. Ну, для начала давайте расскажем нашим телезрителям, что за соревнования проходили в день здоровья и вообще как они прошли, что там было. Ну, соревнования мы решили сделать, провели, и я сам из Усть-Тихвинского района, Усть-Тихвинского муниципального района по армрестлингу среди юношей и девушек в рамках акции «Всемирный день здоровья» провели в ауле Сарутюз. Там где-то участвовало где-то 60 детей, девушек и юношей. А девушки тоже, да? Девушки тоже, но мы для девушек специально поставили одну весовую категорию. Как так у нас в Карачаево-Черкесии мало девушек, кто занимается армрестлингом. Где-то 60 детей и 14 весовых категорий. Угу. 14 весовых категорий. Да, да, да. Это то есть каждый примерно ну, чуть меньше, чем 10 человек. Да, 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 да. Угу. Получается. И там пригласили с Карачаево-Черкесии со всех школ армспорта по всему Карачаево-Черкесии пригласили всех детей, кто смог приехать, приехали, было очень зрелищно, было очень, как вам сказать, для детей это было очень приятно смотреть, дети смотрели, вы болели за своих учеников, за своих друзей, вот так можно сказать, было, прошло очень красиво, я так думаю, и идеально, можно сказать так. Прекрасно. Бородин, ну, вам как тренеру, наверное, вопрос. Как человека, который занимается не просто видом спорта, но и в какой-то степени популяризацией его и развитием. Армрестлинга, да. Как у нас вообще просто спорт, насколько мне, ну, так кажется, со стороны, не очень распространен среди... Ну, то есть, все любят иногда побороться на руках, да, но это... Ну, я, например, очень мало знаю людей, которые прям занимаются армрестлингом. Ну, я честно, я не согласился с вами. Вот, например, в Карачаево... Это мое субъективное это мнение ваше со стороны, субъективное, да. Да, да, я понял. Мнение. Вот смотрите, например, вот в 2018 году у нас команда с Карачаево-Черкесии поехала на чемпионат России город Протвино. Вот это недавно было где-то. И наша команда Карачаево-Черкесия из 44 субъектов Российской Федерации заняла второе место командное. Даже так? Даже так, да. И там у нас прошли 9 человек, зашли в команду сборной России, 9 человек. Они будут выступать из Карачаева-Черкесии именно, да, будут поступать на Европу и на мир. А по поводу того, что армрестлинг, я так думаю, в Карачаево-Черкесии очень хорошо развивается и развит. Когда мы делаем соревнования, очень много людей молодых приходят, дети там в этом роде занимаются. Мы для них делаем соревнования, чтобы популяризировать армрестлинг в Карачаево-Черкесии. И в России он очень распространенный вид спорта и имеет свою, как вам сказать, сущность и развивается очень хорошо не только в России, но и во всем мире. Во всем мире, да. Ну, да. По поводу международных турниров и того, что он популярен за рубежом, я видел ну, какие-то записи соревнований и... Ну, это такой, мне кажется, это достаточно молодой вид спорта. Ну, по сравнению с другими видами спорта, если так посмотреть, то молодой вид спорта. Но таких как результатов, как в армрестлинге, не побоюсь этого слова, я не думаю, что есть такие высшие результаты. Есть результаты, но так это. Бородин, вот вы занимаетесь воспитанием детей, у вас дети тренируются. И, наверное, вопрос, который интересует многих родителей. Армрестлинг – это ну, борьба на руках. Да? То есть ребенок, приходя к вам, будет заниматься только развитием рук своих? Или как-то вы более комплексно подходите к вопросу развития ребенка? По поводу этого, да, я понял вас. По поводу этого я хочу сказать. Вот лично по себе, по своему мнению, я занимаюсь тренерским этим уже 8-9 лет. Ко мне, например, привозят детей где-то 5-6-7 лет. Я бы не сказал, что я их специально тренирую для армрестлинга. Специально детям, для лично моя точка зрения, надо дать общую физическую подготовку маленькому ребенку. И всех, кто отец, кто мать, я за то, что всех детей взяли вот руки и повели к спортзалу. Самое на первом месте – это здоровье для ребенка. Самое на первом месте. Если будет здоровье у этого ребенка, то жизни он себе достигнет.
Вот мое субъективное мнение. Понятно. Шамиль, ну вопрос, наверное, к тебе. Ты участвовал в этих играх, да, в этих соревнованиях. Скажи, пожалуйста, каких результатов ты добился? Да, я занял первое место. И было очень, как сказать... Сложно было бороться? Ну, в среднем, да. Вообще, учитывая то, что у нас в республике 9 человек в сборной России, то, наверное, достаточно высокая конкуренция, да? Да. Да. В моем весе был призер России. Призер России. Да. Ну, ты победил. Да. Слушай, ну я тебя поздравляю. Спасибо. Помимо армрестлинга, чем ты еще занимаешься? Нет. Нет, только армрестлингом пока. Ну, если получается, то почему бы и нет. Так, Бородин. Помимо армрестлинга, вы еще занимаетесь пауэрлифтингом, насколько я понимаю. Да. Насколько популярно? Просто это такой, мне кажется, это вот прям очень же такой жестокий мужской вид спорта. Популярен он среди нашей молодежи? Да, я могу сказать, вот я начал еще заниматься пауэрлифтингом, именно жимолежа, просто мне понравился этот вид спорта. Как вы знаете, это входит в основные базовые упражнения – жим, становая и тяга. Ну, согласитесь со мной, да? Базовая, ну вот я этим начал заниматься, именно жимом лежа. Мне понравился этот вид спорта, как именно жим лежа. Как пауэрлифтинг мне тоже очень нравится. Люблю этот вид спорта, если честно. Если позаниматься, там есть какие-то упражнения базовые, какие можешь там подготовительные сперва, потом сделать наилучшие результаты, подготовиться к этому виду. Вот, например, в 2017 году я ездил на чемпионат Южно-Восточного округа, Кубок Восточной Европы. И там выжил 145 килограмм без эпикировки, без ничего. И стал первым и сделал разряд мастера спорта по жиму лежа, по IPS, VPS по версии. Ничего себе. И хочу популяризировать этот вид спорта здесь у нас в Карачаево-Черкесии. Я знаю, что многие спортсмены, многие люди занимаются здесь в Карачаево-Черкесии. Хочу популяризировать в Чикатинском районе. Хочу, чтобы дети занимались, когда ребенок занимается, он становится уверен в себе. Угу. И в дальнейшем по жизни, я думаю, это ему пригодится. Уверенность. То есть, вы, Бородин, специализируетесь именно на жиме лежа? Становая? Нет, я бы не сказал так. Можно совсем... Вот, лично по себе, да. Я просто, мне нравится этот, и начал заниматься, и начал выступать поэтому. Угу. А вот если говорить про детей, вы с детьми тоже занимаетесь пауэрлифтингом? Ну, я с детьми занимаюсь чисто жим и лежа, даю общую физическую подготовку. Так, для рукоборцев это тоже нужно, жим и лежа обязательно идет, как вам сказать, как будто подготовительное, да? Лично это субъективно мое мнение. Общее развитие. Да, ну где-то вот 10, 7, 8 классов вот этих годов ребята, можно там чуть-чуть слегка там позаниматься с этими упражнениями. Именно по тяге. Бородин, Шамиль, у нас есть такая традиция, гости, которые к нам приходят, желают доброго утра нашим телезрителям. Я прошу вас тоже присоединиться и сказать пару приятных слов, если вы хотите. Доброе утро. Да, а я сам хочу лично пожелать всем доброго утра, занимайтесь спортом. Спасибо большое. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир.